Приветище, это Войт Трайн, и сегодня мы будем путешествовать по пустоте на нашем разбитом поезде и собирать его по частичкам. Это призрачный мир, который ждет именно нас. И даже мы сами похожи на призрака, странного чувачка. Но о чем это я? Давай все-таки начнем играть. Но первое, что я сделал, я изменю персонажа, потому что этот персонаж похож на привет сосед, видимо, из-за усов, я не знаю. Меняем голову, потому что глаза у него стекленные какие-то, посмотри, он реально как призрак. Тон кожи у нас может быть такой. Почему у меня борода какая-то синяя, бордовая? Но глаза, ты посмотри, они прям манят меня. Ладно, белый цвет кожи, возраст сделаю, как на самом деле, мне 35. Тело, телосложение, худощавый. Прикольно. Ну слушай, мы работаем на поезде, поэтому я не думаю, что мы там слишком жирные. Мы с тобой вот такого среднего телосложения. Ну короче, вот я разрисовал своего типа. Почему так? Не знаю, потому что я, наверное, ассоциировал его с Джеком Воробьёвым. Воробьёвым, да, он же тоже такой необычный какой-то. Вот и у нас наш персонаж будет тоже необычный. Все, погнали, короче. О, портал. Они скрылись в этом. А, они на русском болтают. Круто. Офигенно. Ребятушки, давай выходить по одному. Гуд, я-я. Все будет зер гуд. У нас тут чай, баранки и даже... есть... Это немцы. Они, короче, пытаются ко мне войти, а я их не пускаю. Да пошли они в петь. Не хотим мы делать все гуд. Ты правильно понимаешь, немецкая твоя голова. Что мы тут имеем? Че, видите гуся? Зачем вам гусь? О, я поезд запустил. Нажал вот на эту кнопку, поезд поехал. А это что, типа порталы какие-то, да? Призрачный портал, реально, ты гляди. Жесть. Нас, походу, тоже такая участь ждет. Че мы делаем, че мы делаем? Что нам нужно? Запереть дверь. Ок, я запираю дверь. Что? Карандаш? Листочек? Это поможет? Закрыл дверь. Нарисовал замочек и все. Ништяк. Четкая тема. Так, теперь нам нужно найти ручку дрезины. Вот она, наша дрезина. А вот он, портал. Подожди, это здесь миниатюра этого портала. А вот большая его часть. То есть мы сейчас отправимся через телепорт. Покорять пустоту. Так. Что тут нужно-то? Запустить дрезину? Найдите ручку дрезины. А, сейчас, минуточку. Хватит ломиться ко мне, я не открою. Нет, не поднимать. Где ручка-то? Где-то здесь она должна быть. А, вот она. Есть. Все, пойдем ее прикрепим. Как же на дрезине без ручки? Я-то думал, тут поезд будет, а у нас с дрезиной все, да, начнется. А потом, по всей видимости, будет огроменный поезд. Что еще мне нужно взять? Включите врата. Вот, рубильник я включаю. Оу май гад! Ты посмотри, что нас ждет! Какое великое путешествие! Обалдеть! Обоссаться не встать, не надо даже штанцы менять. Ну что, поехали, переключить тормоза. Немцы, пока! Они вошли. У Михаэля даже акцент пропал. Обматерил Йоханса, видимо, он открыл ему дверь прямо в лицо. Че, все? Мы бодрячком? А мы в небе? Нифига себе. О, это есть пустота. О, привет, дружище. Как тебя зовут? Какой ты лупоглазик. Забавный, прелестный чудик. Похож на рыбу. Знаешь, на кого он похож? На... Как они? На морских коньков. Только они тут не Г-образные такие, а... Ну ты понял, да? Как мы их будем называть? Пустоты. Нет, пустоты слишком как-то грубо, не так. Пустончики я буду называть этих зверей. Тем более их стаями они тут обитают. Тем более их стаями они обитают. Отличная логика, отличный разговор. Ну что, все, да, я собрался. Мы, короче, видим этот прекрасный мир, и мы понимаем, что это и есть пустота. Наша дрезина. Интересно, я на рельсы могу встать? Подожди, на рельсы встаю. Ух ты ж, ёп, провалился. Я летаю? Я привязался веревкой к своей дрезине и летаю. О, круто! Отлететь я могу на расстояние длиною в мою веревку. Ну что, я думаю, нам нужно ехать. Рельсы, они какие-то призрачные, видишь? Странные. Ну что ж, понеслась, да давай, залетай уже. Не могу залететь. Погнали! Отпускаем тормоз. Рукоять тормоза. Я поехал. Путешествие в Междумирье... начинается. А, это Междумирье. Наши герои отправляются вперед. Навстречу
Ну куда вы? Я говорю, вперед, навстречу. Туда, переключите эту штуковину. Как там ее, эту самую, эту трансмиссию. А, вот это ты говоришь. Слушай, ну, озвучка мне нравится, комментатор тоже. Давай, я сейчас на тормоз нажму. Вот, тормоз. Переключаем ручку, рукоять трансмиссии, ресивера. Ага, да, вот так хорошо. Ну, теперь-то наши герои точно отправляются навстречу множеству опасностей и приключений. Ух, у меня аж лодыжки затряслись. Сколько всего их ждет впереди? И сколько всего? Что ты замолчал? Да. Такими темпами эту историю мы еще не очень скоро закончим. Ну, конечно. Ни на что не намекаю, но, может, поторопимся, а? А как? Увеличить скорость? А, так без проблем. Вот это по-нашему. Полный вперед к неизведанному. Я разогнал ее как смог. Можно как-то побыстрее? Давай, 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 разгоняйся. Соберите древесину 4 штуки. И соберите металлолом 4 штуки. Это что, рафт на поезде, что ли, какой-то начался? А где мне найти древесину? А, вон она валяется, смотри, вон металл или что это? Или бактерии? Это ковид, что ли, тут летает? Я не понял, я не хочу с ковидом вообще контактировать. Подожди, давай назад. Я видел там древесину, кажется, мы... А, во-во-во, древесина здесь есть. Тормози, куда ты гонишь? Все, тормоз, стопэ. Веревки у меня должно хватить, мы уже проверили. Удерживайте F, вернуться на поезд. Ок, хватаем. Давай, удерживаю F. А, я подтягиваю веревку и, соответственно, возвращаюсь на поезд. Прикольно, очень классно. А это что, металл? Нет? Да, металлолом. Нашли деревяшку. А, веревка, все, не отпускает меня дальше. Я все забываю, что у нас есть ограничитель. Наша веревочка. А это что такое, яйцо какое-то? Взять. Органика. Я надеюсь, я не буду тут питаться такой вот всякой штукой противной. Кусочек льда нашел. По всей видимости, все-таки еду тут готовить надо будет. Тормоз отпускаем. Вон еще, смотри. В принципе, мы можем ехать и собирать. Так будет намного проще. А чтоб веревка меня назад не затянула. Кстати, давай проверим. Вот я сзади. Ничего не делаю. Ага, веревка меня тянет. Хорошо. Есть спринтуха. Я как будто плыву брасом. А, точно, вспомнил. В моей старой головешечке вспомнил, что брасом это когда мы как лягуха плывем. А кролью это вот как я сейчас плыву по воздуху. Вон, 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 стой, 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 бактерия, бактерия. Я хотел ее взять, посмотреть, что это такое. Это ковидно какая-то дичь, да? Про что я говорил? А, это грибы! Химикат. А я думал, это грибы. Знаешь, плесневые какие-нибудь. Клаксон есть? О, да! Я теперь настоящий массонист. Че, вроде бы я все почти собрал, осталось еще металлолом достать. Метальчик, ты где? Сейчас я тебя найду. Давай наверх. Жалко, короче... Я с поезда не могу сразу взлететь. На поезде работает гравитация. А вне поезда ее нет. Вот это вот еще давай возьмем. Кристаллик какой-то. Грязный лед. Зеленый грязный лед. Противно. Во, нашел последняя деталюшечка. Металл. И вот металл. И что я теперь с этим буду делать? Смотри сзади, что у нас. Замок какой-то появился. Татуриал. Строительство. Нажмите Т, чтобы открыть стройку книги. Стройки, ага. Строительство, короче, чтобы открыть. Вот. У нас есть тут стол исследователя. Куда мы его разместим и как? Вот в этой зоне можно строить. Я его поставлю, наверное, вот здесь. Чпиньк. И что мы можем там сморганить? Давай посмотрим. Стол исследователя. Выберите чертеж. А, еще и чертежи нужно. Плавильня. Для поезда это важно. И контейнер для хранения. Для плавильни нужно... 4 металлолома. Ок. Последний кусочек металла. И будет у меня плавинтос. Все, плавильня у нас есть. Сейчас изучим чертежик. Вот этот вот исследовать. Все, он изучается. Ага. Изучили. Теперь я, по всей видимости, могу его сделать. Да. Недостаточный ресурс. Ну, конечно же, металл нужен. Гляди, она за мной едет. То есть, ну, обратно пути точно нет. Ну, кажется, да что такое-то, ну прям впритык ко мне подтягивается. Кажется, все, я собрал все деталье для плавильни, сейчас она у нас будет. Будем делать металлические всякие штуки. Поставим ее как-нибудь. Не, поскольку тут есть раздуватель, давай мы здесь его поставим, удобнее подходить будет. Есть, все поставили, это можно закрыть. Теперь нам нужно выплавить железные слитки и подобрать их. Топливо, что мы можем? Могу подкинуть древесину, это понятно.
А как плавить-то? Может, в рецепте? А, ну да, точно, вот. Железный слиток и медный. Мне нужно железо. А для него нужен металлолом, что логично. Металлоломчик у меня имеется, пожалуйста. 2 слитка, 10 секунд. Создать. А, ну конечно, бревно надо закинуть. А то как же оно будет плавить? Есть, плавильня работает, и вроде можно создавать. Ну да, точно, создается. Плавится. Сколько мне надо? 2 слитка. Оки-токи. Сейчас еще 2 слитка где-нибудь достану. Древесину, конечно же, нужно. И вот эту всякую кокошу меня утягивает. Но я успел взять органику. Чудесным образом мы продолжаем свое путешествие в безгравитационном поле, в пустоте. 2, 1. Слиток готов. 2 слитка у меня имеется. Что дальше? Пустоточки мои, красотки. Я полетаю вместе с вами. Можно? Так, задачи у меня куда-то пропали. Че, я сам по себе теперь здесь? Делай, что хочешь. Ну, ок. А долго мне вообще ехать до следующей остановки? Есть ли она здесь вообще? Значит, я тогда сейчас... Ну, слиток у нас имеется. Может, я что новое могу сделать? Пока нет. А за столом что-нибудь можно сделать? Исследовать чертежи. Ну, могу исследовать, вот, пожалуйста, контейнер. Давай тогда его и сделаем. Все, контейнер мы теперь умеем делать. Пожалуйста. Для него нужно 2 слитка и 1 древесину. Гляди-ка, этой фигни сзади нету. Она исчезла. Вон там вдалеке-далеке где-то ползет за нами. Ладненько, сейчас наберем ресурсиков, сделаем тогда контейнер. Че бы нет. Еще у меня тут даже инвентарь есть, смотри, вот сейчас я его открывал. 3 древесинки, нам этого вполне хватит. О, металл, 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 сейчас я за ним слетаю, заберу. В какой-то веке наконец-то под рельсы залетел. А то все время сверху, да, сверху где-то плаваю. Органику сейчас тоже возьмем. Почему органика похожа на яйцо? О, ковидная всякая штука, надо забрать быстрее за ней. За ней, это химикаты. Ужасно выглядящий. О, кажется, мы приехали. Смотри, там здание какое-то есть. Нифига себе, а что оно такое здоровое? Куда это мы приехали? Ты гляди, вон там светило какое-то есть. Надо бы ускориться. Давай-ка побыстрее, поехали, поехали. А вон и портал еще один. Нифига себе. Все-таки остановочка-то, походу, имеется. Цепи какие ее здоровенные удерживают. А за что она держится? Тут пустоте. Ёшки-моёшки. Ну, по всей видимости, это портал внутрь будет. Или это врата? Музычка завораживающая. А ты откроешься, нет? О, вроде открывается. Я внутрь захожу. Добрый вечер. Интересно, я других людей тут встречу, нет? Какие-то руны тут. Мир магии и рун. Словно викинги их высекали. Ого. Ё-моё, это что тут за русские карусели начались? О-о-о, остановка. Озираясь вокруг, наши герои какое-то время пытаются понять, куда же они попали и кто вообще мог построить подобное. Осмотрев платформу, они понимают, что когда-то здесь жили люди. Бравым авантюристам приходит в голову идея исследовать заброшенное депо. Ну а чё мир-то пропадать заброшенному? Давай исследуем. Благо тут свет есть, что-то работает. Почему не пошарится? Какие-то разработки, наброски, чертежи. Можно открыть что-нибудь? Походу нет. Тиши дальше своими булками. Там вон значок есть. По всей видимости, нам сюда. Открыть электрощиток. Подобрать револьвер. А где? А ты чё такой старый? Ну, в смысле, ты уже иссох давным-давно. Ты уже скелет? Ладно, револьвер забираю. Так, а для чего нам револьвер? Кого-то богиня Фортуна точно не баловала вниманием. Слабое второстепенное оружие с бесконечным количеством патронов. Ну-ка. О, я думал, у тебя черепуха разлетится, но нет. Что-то пошло не по плану. Ок, я понял. Револьвер можно будет улучшить подобранными из противников модулями.
Все, тогда убираем это все, все, все подсказочки. И нам, видимо, пробиваться надо вон туда. Револьвер поможет? Хо-хо, мощно. Давай, вылази. Так, а с кем мы будем тут сражаться? Или револьвер мне нужен для того, чтобы отстреливать доски? Ну, по всей видимости, как написано было в обучении, револьвер это первостепенное оружие. Есть еще второстепенное, оно мощное должно быть. Прям вообще мощное, как мои мускулы, на которых свисает мясцо. Мускулы, на которых свисает мясцо. А, ладно, забей. Не обращай на это внимания. Поехали. Эти рукоятки... Что-то... О, понеслась. Я думаю, что ничего не отжимается. Депо мы покинули. Ну реально, такое ощущение, как будто эти порталы викинги строили. Викинги из будущего. Может, я сам тут вот покручу вот эту вот ручку дрезины? О, все, можно. Снова эта штука преследует меня. Благо, хоть патрон бесконечный. Хоть в чем-то преимущество. И что мне теперь делать здесь? Дальше ехать? Ладно, я же хотел сделать себе контейнер. Не знаю для чего. Это что за фигня? Туториал. Пиявки. Пиявки не нанесут урон, но замедлят поезд. Вовремя отстреливайте их. А, понятно. То есть нас могут и затормозить прилично. Во, смотри, вот она, пиявка летает здесь. Бах тебе. А что с нее выпало? Что-то с нее выпало. Стойте, мясо, дайте я возьму. Я успел. Сырое мясо, ну ништяк, значит тут и питаться можно, чтобы восстанавливать здоровье. Чудесно. Прямо survival на поезде. В пустоте. Так, ну ладно. Надо выплавить все-таки железный слиток. Задач у меня больше нифига нету. Меня бросили на произвол. Типа, делай, что хочешь. О, гляди. Верстак 1. Базовые компоненты. Медные компоненты. Допустим, верстак 1. Нужен железный слиток. И не один, а целых 3. Еще один выплавить надо. У меня железо есть еще? Железо... Нет, нету. Надо будет сейчас добывать. Я слышу странный звук. Ой, кажется, нам надо ускориться, да? Вот эта фигня нас преследует. А что если... Давай я все-таки попробую к ней назад отъехать. Посмотреть, что она со мной сделает. Давай-ка назад. Поехали к ней. Сейчас поболтаем. Ускоримся немножечко. Есть вероятность, что я сейчас об нее долбанусь и нафиг разнесу свою дрезину. Ну надо же попробовать еще. Я ж великий экспериментатор. Без этого какой же я экспериментатор? Мы ближимся к тебе. Интересно, что сейчас с нами произойдет? Давай-ка я вот так вот лучше взлечу. Что если дрезину разнесет? Опа-на. Ага, ну все понятно. Еще один слиток у меня в кармане. Ой-ой, подожди, что это за интересные штуки? Убери книжку. А, это пиявки. Они поджидали меня здесь. Что-то еще с них достал. Инвентарь полон. Да что ж такое-то? Нет места. Что это было-то? Вот. Ладно, следующий раз. Короче, мне нужен срочно контейнер. Без него никак. Давай тормознем. Подожди. Я сейчас хочу на ту штуку подобрать. Давай назад. Поехали. Че, встали-то? Поехали, говорю. Вот. Сейчас я сделаю по-быстренькому контейнер. Вот он. Хранилище у нас будет вот здесь вот. Опаньки. И кажется... А, это вы тут пищите. Все, я могу теперь забрать вот эту штуку. Наверное. Это не точно. Инвентарь пол. Ну, ясно. Сейчас придется что-то выкидывать. Уже все карманы забил. А карманы-то у меня узенькие. Мало чего вмещается. Значит, вот это сюда. А почему в контейнер вмещается всего 3 предмета? Как это так? Стакается только по 5. Ну ладно, допустим, вот лед еще давай уберем. Почему? Нет, надо вот это вот убрать. Вот. А эти места куда? Такой ящик здоровенный. Всего 3 предмета помещается. Ну что за дела? Это кидалово, товарищ, называется. Что это? Жир, что ли? Точно это жир. Все, наверное, он нам пригодится. Не зря ж я тут остановился, да? Кстати, ты посмотри, я только сейчас обратил внимание, когда я нахожусь в контейнере, у меня тут есть и вода, и еда. То есть нужно питаться все-таки потом в будущем. Делаем верстак. Ну как делаем? Изучаем его. Ну, вроде как на верстак наскреб. Так что можно его размещать. Главное, грамотно разместить его, допустим. Ну, давай рядом со следовательским столом его воткнем. Вот таким вот образом.
чтобы все было рядышком. Тут, правда, к исследовательскому нормально теперь не подойти, но пофиг. У меня и так тут ограниченное пространство. Что мы можем сделать на верстаке? Показывай. Верстачок. Болты мы можем дать. На кучок не болты. Болты, соответственно, из железного слитка делать. Ладно, с болтами потом разберемся. Еще я могу исследовать. Базовый комплект. 3 слитка нужно. Ну, то есть слитки мне есть куда еще тратить. Окей, я вник в суть. О, музыка сменилась, а я вижу, смотри, что перед собой. Новую остановочку. Ну что ж, сейчас заедем туда. Главное, железок еще набрать, чтобы на плавильне оставить и самому... О, вон, вижу. На плавильне оставить слитки переплавляться, а самому идти в депо. Ну и смотри, что там имеется. Развивающиеся красные ленточки нас встречают. А это даже не ленточки, это ковры. Хо-хо-хо. Ну что, давайте подбавим газку. Поехали скорее туда. Въезжаем в депо. Ну, наконец-то. Я аж полгода ждал этой встречи. Я так долго ехал. Но цепи огроменные, конечно, очень внушительные. Они прям будоражат мои мозги. Давай быстрее заводись. Ну что ты там? Включай свою шарманку. Господи. Что все так долго-то? Ну наконец-то. Поехали уже. Прибыли. Так. Что мы тут имеем? О, железо, пожалуйста. Ну, наконец-то. А это что за канистра? Взаимодействовать. Ого. Сырое мясо. Давай что-нибудь сожжем уже, освободим место. Вот, например. А у меня, кстати, 3 доступных слота. Ну ладно, тогда не будем ничего съедать. Я, кстати, понял, что вот эти вот... Вот эту вот органику, ее можно есть. И пополнять запас своего желудка. Ты, кстати, смотри, я уже пить хочу. А как насчет льда? Чистый лед. Давай-ка мы его выпьем. Во, запас воды пополнили. Но у меня еще есть и грязный лед. Как его очищать, я не знаю, конечно. Но он запас воды восполняет чуть поменьше. Давай дальше продолжим шастать по депо. Вон сколько минералов. Ингредиентов. Это ж минерал. А, это железо, я думаю. Что за минерал там валяется? Древесина. Здесь что-то у нас спрятано. Металл. Че в кафешечке у нас? Куча сожженных консерв. И больше ни шиша здесь нету. Мой руки, иначе будешь ковидом болеть. Не корми злых... Это что, черепахи? С 3 глазами. Не корми злых черепах. Пойдем вниз спустимся. Что здесь у нас? Блин, удачненько я заехал. Все, let's go, поехали. Тормоз надо отключить. Ох, у меня тут уже слиточек готов. Давай сделаем еще один. Выплавляйся. Включите свет, я только тут плавить начал. Рыща по глубинам Войда, ужасное и кровожадное существо настигает своих новых жертв. А может не надо, я не хочу. Героям впредь стоит быть настороже. Теперь понятно, откуда такие обломки тут появились. Огромное злобное существо, которое разносит в щепки эти корабли и дрезины. О, что там за свет такой? Очень необычно. Ладно, это я забираю. Что я там хотел сделать? Что исследовать-то я хотел? Базовые вот эти штуки. Давай, изучай. А я буду глядеть по сторонам, чтоб, нравится, никто не сожжет. Кажется, я исследовал. Базовый комплект, а для чего он? Наверное, на верстаке. Теперь я могу делать шестерню, пружины. Угу. Теперь нужно исследовать нам медные компоненты. 3 медных слитка. А из чего их делать? Давай посмотрим. Я их... железо и химикат. Вот для чего я их доставал. Ну что ж, давай, перерабатывай. А ну пошел вон. Мясо, жир. Все в меня. Буду все сжирать. Теперь ясно, для чего мы собираем химикаты. У меня их, в принципе, в моем контейнере дофига. Готово. 3 медных слитка. Чудесным образом у меня появились при помощи плавильни. Исследуем медные компоненты, а дальше как пойдет. О, древесину уж надо... А это что за здоровая фигня? Смотри, я ее вижу, эту здоровую фигню, она летит к нам. Вот это мне не очень нравится, это здоровенная какая-то пиявка, она пошла вон. Хорошо, что я тебя рано заметил, смотри-ка. Нося вот свой, спрячет мои дрезины. Не для тебя я свою красотку чинил и делал. Железки не достал. Утянул меня назад. Ого. Какие кристаллы тут разломаны, как зеркало.
разбившийся на много-много осколков. Интересно, любопытное местечко. Что же там внизу-то? И вообще, есть ли там низ? Или это как космос, только без звезд? Непонятно. Так, мы исследования закончили? О, третий этап открылся. Нифига себе, базовые компоненты. Тут уже поршни открываются всякие. Хо-хо-хо. Так, что на верстаке у нас? Медная проволока и прочь всякая лабуда. Стоп. Давай назад. Так, препятствия на пути. Не дадут вам проехать, пока не будут уничтожены. Но я понял. Значит, будем стрелять в эту фигулину. Вон туда хочу залезть. А мне, походу, не дадут. Куда она спряталась? Не, давай назад. А, дадут, нормально, тормозим. Встаем здесь. Хочу сюда залезть, посмотреть, что тут у нас. Можно туда залезть? А, сюда залезть нельзя. Огромное яйцо. Скорлупа от ореха какого-то. Не достаю отсюда. Ладно, все, поехали вперед. Let's go. Ну же. Что ж такое-то? Тормоз, уберись. Наконец-то. О, железо надо собрать. О, тут их дофига на самом-то деле. О, ремонт. Я чинить как-то могу. Как мне починить? Ваша дрезина получила урон. У объекта на поезде есть прочность. Их необходимо чинить по мере необходимости. Ой-ой-ой, во что это я вступ? Ого. Нифига себе, вот это я врезался, так врезался. Так, подождите, я с починкой еще не разобрался. Удерживайте Т, потом нажмите Т. А, вот. Молоток мне нужен. Молоточек. Вот. Есть молоток у нас. Давай починим. Готово. Простреливаем эту фигню. И можно ехать дальше. Тебя еще тут не хватало. А где эта здоровенная фигульна? Вон она летает. Когда ты уже сдохнешь-то, а? Надо, чтобы она сдохла рядом со мной. С нее наверняка будет огромная куча жира и мяса. Жир нам нужен для того, чтобы запускать нашу плавильню. Вот, например, жир вместо древесины. Он тоже хорошо и отлично горит. Как я ей в чепуху-то, а? Когда прям в нос стреляешь, очень больно ей. Какая-то крыса. На крысу похоже, слушай. Ну все, я чуть-чуть осталось. Сейчас она поближе ко мне подберется, и я ее бахну. Но мне еще нужно железо. Конечно же, древесина. Давай, сдохни здесь. Сдохни. Перезарядка. Вот так вот. Все, тормозим. Это все, что с нее упало? Серьезно? Какая жуткая тварина. А, вот она. То, что я увидел на постере, типа, не корми хлебом вот эту тварь. Я думал, что это черепаха, но нет. Видишь, у нее тоже тут три глаза. Итак, где? А где же мясо? Обломись, мяса не будет. Ну, понятно. Все, поехали, что стоим-то? Что тормозим? Со слитками закончил. Два слитка железа, два слитка меди. Давайте посмотрим. Значит, нам нужна медная проволока. Пожалуйста, сделайте нам ее. Никаких опасностей здесь нету. А то отвлечешься, а сзади полдрезины уже кусят. Не хотелось бы. Значит, вот медная проволока. Теперь мне нужны болтики. Делаем. И кажется, на этом все. Вроде тишина. Спокойствие. Деревяшечку сейчас возьмем. Вроде бы все сделали. Теперь вот это вот исследуем. Лаборатория у нас имеется. Что там нужно, чтобы ее построить? А, то же самое, что и для исследования. Ну, логично. Гляди, спрятался там. А ну, вылазь. Ждал, пока я подъеду сюда. Пиявочник. Еще одно депо. По силуэту тени я уже вижу, что оно близко. Вон там где-то. Как бы, ну логично, что впереди, да? Мы же не можем съехать направо или налево. Я пить хочу. Нереально хочу пить. Так, ладно, давай лед тогда. Грязный лед весь заюзаем. Чудесно, я напился. Просто вдоволь. Давай еще и нахомячимся сырым мясом. Правда, это здоровье отнимает, но ничего страшного. Вот так вот, до полна. Надеюсь, потом я гриль себе смогу сделать и жарить мясо. Значит, что мне еще нужно? Мне нужен еще один слиток. Оу, смотри, что произошло. Я слез со своей дрезиной, а ее увезли. Ну, сейчас мы ее догоним. Оу, разгоняйся. Веревка-то растянулась-то как? Я думал, она порвется. Все, мы здесь. Мы на платформе. О, как меня подкинуло-то. Да хватит уже, веревка. Все, я тут. Блин, прикинь, походу зря я с дрезины спрыгнул. О, все, наконец залез. Четко. В этом месте мы уже бывали. Че, мы сюда снова вернулись? О, как неинтересно.
Я постер этот помню. Значит, забираем все барахло и валим отсюда. Ну вот, собственно, и все. Подобрал всякую тухлятину. Нужные мне ресурсики, и можно отсюда чесать. Вроде все собрал, да? Я же ничего не пропустил. Здесь я был. А, вон, смотри, что-то блестит. А, металл! Очень ценно в нашем мире. Ого! Ого-гошеньки, тут и солнышко уже повыше поднялось. Какое небо необычное, да? Может, внизу теперь видно, что... Не, нифига не видно все равно, даже с солнышком. Из-за тумана. Так, ну а я... Места нет в инвентаре. Ну что ты будешь делать? Так, давай вот эту штуку съедим, это сюда кинем. А, и мясо тоже можно сюда закинуть. Так, значит, сделал болты. Все это делал для лаборатории. Теперь мне нужен жир и химикат. Жирок мне нужен с кого-нибудь. Вот с тебя жир мне понадобится. Иди сюда. Тебе много жира бывает. Есть жир? Стой. Тормози. Дотянусь? Это мясо и кожа. Блин, мне нужен жир. Ну где же жир? Достать не сейчас. Жир, Жирковский. Ну кто-нибудь. Пролетите здесь мимо. А, во. Ты снова вернулся к нам, да, дружище? Тебе столько жир должно быть. Ну почему с тебя не выпадает он? Прям печальная печаль. Ну куда ты? Стой, обратно лети. Я с тобой не договорил. А, готов. И там, по-моему, жир. Да, а там что-то упало. Но он далеко, зараза. Сейчас посмотрим. Это жир. Жир упал, но я не дотянусь. Черт подери. Как мне его достать? Он мне нужен. А, все, достал. Смог. Осилил. Отлично, давай теперь вперед. Едем вперед. Да не контейнер мне нужен, а ручку передернуть. Вот. Все, значит. По исследованиям у нас все готово. Исследуем. Химические компоненты у нас исследованы. Здесь у нас что нужен? Медный слиток и вот такая вот какая-то фигня, похожая на поршень. Ладно. Поршень, я думаю, он делается где-то здесь. У меня. Нет, его здесь нету. Значит, нам нужна лаборатория. Так, давай-ка притормозим. И посмотрим, что нам нужно для лаборатории. А у меня все готово. У меня уже все есть. Единственное, с местом у меня сложно все. Ну, давай лабораторию здесь разместим. Готово. Что я там могу сделать? Поршень есть, вот он. А, это смазка. Это не... Снова жир нужен. Да что ты будешь делать? А вот это что за напиток? Это... Нестабильный химикат. Ингредиент, необходимый для создания полезных предметов и вещей. Ага. Значит, будем сейчас жир искать. Ну ладно, что, поехали. Жир Жирковский нужен мне опять. Кто-нибудь пролетите здесь. Во, ребят, у вас есть жир? Да не знаю, их можно убить? Жир. Назад давай. Назад. Прикинь, с них тоже выпадает. Жир. Они, конечно, безобидные, такими ласточки. Но выживать-то же нужно как-то. Что поделать? Либо ты, либо они. Смотри, сколько тут летает. Просто вагон. Значит, Жирковский у нас теперь имеется. Делаем смазку. Чудесно. А, здесь тоже топливо нужно. Ладно, вот тебе досочки, две штуки. Вот она, смазочка, забираем. А, сейчас еще медный слиток. Подожди, вот он, медный. А, железный. Железный слиток. И что? Это исследуем. У нас четвертый этап открыт. Красавелла. Задача будет выполнена. Даже? А, ну мне нужно... исследовать кое-что здесь. Вот эту вот штуку. Платформа открывает объект. Новую платформу. У меня будет дополнительная платформа. Расширение. Больше места. Офигенно. Ух. Ну, я думаю, расширяться мы будем уже в следующей серии. И так много всего прошли за сегодня. Поэтому, если тебе понравилась эта игруха, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Увидимся, кстати, на них же. Так что до встречи.